Я вас приветствую. Сегодняшний рассказ будет о довольно редком автомобиле, который в середине 90-х годов выглядел как сумасшедший танк, и в потоке на него все однозначно обращали внимание. Ездила на нем определенная категория людей, ну а сейчас этот автомобиль используется в основном для каких-то развлекательных целей, по типу поехать в горы или на рыбалку, потому как это полноценный джип. И это не Land Cruiser V80, а это Lexus LX450 с двигателем 4.5, шестицилиндровым. И при этом еще здесь установлено ГБО, и при этом еще на все это навешен компрессор. К нам этот автомобиль приехал в состоянии уже установленного ГБО, установленного компрессора, и все это не ехало. Мы сделали работу над ошибками, и после этого произошел как бы уже конечный вариант. Я вам сейчас об этом всем расскажу и прокомментирую. Ну, а дальше мы, скорее всего, продолжим тему таких необычных автомобилей. У нас было довольно много таких случаев, которые я заснял, но не выложил. Сейчас появилась возможность, вот и поговорим. Переключаюсь на фронтальную камеру, и дальше уже идет рассказ об этом аппарате. Итак, что это вообще за зверь, как он едет, что от него можно ожидать и почему его так уважают и почему он также не падает в цене. Начнем с того, что он очень имеет хорошие показатели проходимости с блокировками дифференциала, передние, задние, в общем, все это дело очень положительно сказывается на его проходимости. Второй момент, на него есть абсолютно все, что бы пригодилось для такого типа эксплуатации. Это подвеска, это лебедка, это бампера усиленные, много-много-много чего можно сюда довесить, были бы, как говорится, деньги и желания. И второй момент, который здесь стал интересным для нас, это сам двигатель. Бензиновый мотор с распределенным впрыском, при этом еще зажигание идет через трамблер. Вот, на него у компании TRD, Toyota Racing Development, есть компрессор, и который накачивает 0,4 бара, 0,35, если быть точным, и дает прирост мощности порядка в 50 лошадиных сил. К нам автомобиль приехал по воле случая. Мы делали диагностику другого автомобиля, и оказалось, что у хозяина есть такая машина. Он уже был довольно разочарован тем, что у него есть. Потому как машина не ехала. Не ехала она по причине того, что были ошибки в установке компрессора. Самое банальное — это то, что ребята не одели вообще вакуумный шланг управления на топливный регулятор. И дальше куча было подсосов, которые нужно было устранять. После этого мы демонтировали оборудование и установили ГБО BRC как наиболее подходящее в случае активной эксплуатации, потому как здесь можно бинарить нормально смесь, то есть подавать параллельно два топлива, бензин и газ, и не бояться того, что нам чего-то не хватит. То есть мы даем достаточную производительность во всех режимах. Вот эта деталь — это как раз компрессор Eaton. Они делаются все в принципе по одному шаблону. Есть производитель, компания Eaton, которая делает центрифужные компрессоры. Они имеют разную конфигурацию, но основной принцип в чем? Идет привод, дополняется ремнем более длинным, он жестко устанавливается, крепится к двигателю и начинает качать воздух. Здесь стоит внутри нагнетатель. При определенных оборотах он создает избыточное давление, которое идет во впускной коллектор. В этой системе все обошлось без дополнительной электроники, потому как изначально здесь шла подвязка под вакуум. Когда он начинает качать больше, регулятор давления начинает поднимать давление в бензиновой рейке. И это компенсировало все характеристики. Когда это все реализовалось уже по схеме, машина поехала иначе. Чем отличается компрессор, механический нагнетатель, если быть точным, от турбины?
Механический нагнетатель начинает качать где-то с 1500-2000 оборотов. Он дает моментальное, то есть имея привод механический, он имеет моментальный отклик. Работает он по вакууму. Здесь есть еще одна заслоночка. Вот она, которая тоже открывается. Только вы открыли дроссель, разряжение пропало. Сразу же открывается заслонка в компрессоре и начинает качаться у нас уже воздух под избыточным давлением. Когда вы отпускаете дроссель, то есть отпускаете педаль газа, появляется разряжение, и весь избыток идет просто в холостую. То есть нагнетание уже не происходит. Чем выгодны компрессора? Это тем, что они автономные, они не зависят. Ну, то есть вы фактически на таких автомобилях можете добиваться хороших характеристик уже с низов. Нужно где-то под горочку стартануть, какие-то преодолеть препятствия. Компрессор здесь очень хорош. То есть не нужно сначала раскручивать мотор. Он сразу дает прекрасный результат. Вот. ГБО Берси. Что и как и почему. Здесь стояло оборудование другого производителя. Форсунок однозначно не хватало. Мы изначально шли по пути сохранения старой системы, но пришли к мнению, что как бы мы ни хотели, характеристик нам не хватит. Здесь моментальный расход при боевом режиме будет не меньше 60-80 литров, и нам нужно обеспечить хорошую подготовку смеси с помощью газового редуктора. Второй момент, нам нужны производительные точные форсунки. Это все можно было бы делать, можно было бы там играться с другими производителями, но есть хорошие готовые решения, и в паровой фазе это как раз идет от BRC. Данного редуктора хватает с головой, хоть здесь и 220 сил, но крутящего момента здесь много-много, и при этом сгорание происходит большой дозы топлива. Форсунки у нас здесь самой максимальной производительности. Мы сделали это для того, чтобы обеспечить нормальную подачу топлива при активном разгоне, при активном надуве. Значит, также здесь стоит датчик температуры выхлопа. Мы мерили при скорости 180, у нас не больше 800 градусов идет температура выхлопа. И, в общем, все эти характеристики у нас получились неплохие. Вообще, на самом деле, ездить с компрессором всегда весело. Штука эта стоит $5000. Не знаю, каким образом она здесь оказалась. Но, видимо, кто-то очень хотел и очень любил этот автомобиль. Потому как он достался, этот компрессор, хозяину уже, как говорится, при покупке. Дальше мы проедемся, посмотрим, как себя ведет эта тачка. Еще, может быть, что-то вспомню, прокомментирую. Вот, мы начинаем движение. Скажу сразу, что данный автомобиль к нам пришел с большим букетом задач, которые нужно выполнить. Не на все есть сразу время. У нас продолжает гореть чек, и это по датчику детонации. Точнее, по им двум датчикам детонации. Надо сделать кое-какие вещи мелкие по этим моментам. Надо восстановить работоспособность прибора широкополосной лямбды. Вот. У нас пока что есть только температура выхлопа. И я буду снимать периодически кусками те моменты, которые могут нас заинтересовать. И заинтересовать в том числе и вас. Значит, какие есть важные моменты, которые касаются эксплуатации газа и эксплуатации на бензине. Вот у нас есть температура выхлопа на газе. Сейчас у нас включена газовая установка, и температура выхлопа составляет 750 градусов. Я отключаю газ. Что у нас получается? Температура выхлопа начала расти. Выросла она где-то на 25 градусов. Даже вот я смотрю, что она подходит где-то к 800 градусам. Это означает, что миф о повышенной температуре выхлопа
на бензине и на газе, они не актуальны. Вы можете смело увидеть, вот я обратно включаю газ. Вот я включил газ, смотрим, что у нас будет происходить. Машина перешла на газ, и температура начинает плавно падать. Видите, да? Она, по крайней мере, вот именно находится в том, нужно вытормаживаться. Она находится в том же диапазоне, что и при работе на бензине. Это очень серьезный, как бы, аргумент в пользу надежности системы, и можно положительно характеризовать все остальные процессы. Прогары клапанов происходят сугубо из-за того, что газ поступает в испаренном виде в камеру сгорания и не может принять на себя ту тепловую нагрузку, которая может принять на себя бензин во время испарения в камере сгорания. Непосредственно процесс испарения начинается в впускном коллекторе и продолжается в камере сгорания во время смешивания. Вот, поэтому, когда вы ездите по трассе со скоростями 150 и выше, мотор нагружается из-за увеличенной температурной нагрузки. Если мы это делаем на газе, то у нас нету локального поглощения температуры, ту, на которой изначально проектировался мотор. Поэтому, если вы хотите долговечности добиться в вашем двигателя, первое, что можно сделать, это не ездить больше 130 км в час. И второе, это применить стратегию довпрыска бензина. Где-то в диапазоне от 15 до 25% с 2800 оборотов. В таком случае у вас будет полноценный, надежный, проверенный вариант, который не будет вам морочить голову.